Ну, вначале на автодороге Холмогоры-Новодвинску деревня Анашкино закрыто движение по мосту из-за подъема уровня воды в реке. Местные жители уже привыкли, что после весеннего паводка, когда русло очищается от льда, они переправляются через реку на лодках. Но к такому сюрпризу в ноябре не были готовы. Местами русло уже покрыто тонким льдом, и добраться до райцентра без риска для жизни практически невозможно. Сейчас специалисты пытаются решить проблему, делать подсыпку грунта в низких местах или дождаться, пока уровень воды опустится. Жители Курии, Кайдакурии и Кехты остались без автомобильного и автобусного сообщения с райцентром.